Ну что, идем на поиски приключений. Донские приключения. Давайте я пендель молдаю. Походу, это пляж. Мы вышли на пляж. Добрый день. Как водичка. Ну, какая-то лагуна тут донская. Ого, что мы сделаем. Настя в голубой лагуне. Мелковато. Итак, нашли русские Мальдивы. Белоснежный песочек. Прям горяченький. Здесь лагуна. Левее перепад с течением. И вот на этом месте происходит водоворот. Обратное течение отсюда заходит, и они тут встречаются, и тут крутятся. И тут прям вот воронка такая с глубиной, с мой рост. А в метре уже дно видно, там по колено чуть больше. И опять пошла лагуна с течением под корягу. Вот Маша плывет в свободном полете. Место идеальное. И говорят, что раньше здесь просто были кусты. И вот это все появилось в этом году, так вот намыло. Во время половодья выдернуло дерево. Корни такие длинные. Не знаю.